На живописном берегу озера Павлиново, окруженном большим массивом сосново-лиственного леса, в 20 километрах от города Барановичи расположен санаторий Чебарок. Благоприятные метеорологические факторы, природный ландшафт, естественное водохранилище создают отличные условия для организации отдыха и лечения различных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. Диагностика и лечение проводятся на уникальном и современном оборудовании. Чебарок красив в любую пору года. Гости санатория найдут здесь тишину и покой. Условия размещения комфортны для отдыхающих. В санатории 5 двухэтажных спальных корпусов. Административный корпус, столовая, клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс и лечебный корпус расположены в отдельных зданиях. Номерной фонд санатория составляет 340 койко-мест. В санатории проводится лечение болезней органов дыхания, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней нервной системы, болезней системы кровообращения. В санатории оказываются виды лечебно-реабилитационных услуг. Галотерапия, СПА-капсула, сухая углекислотная ванна, гидромассаж, подводное вытяжение позвоночника, локальная криотерапия, ударно-волновая терапия, лазеротерапия, гидротерапия кишечника, высокотоновая терапия, магнитотерапия, магнитотурботрон, герудотерапия, кедровая бочка, карбокситерапия, плавательный бассейн. Санаторий располагает спортивно-оздоровительным комплексом, в котором имеется бассейн, инфракрасная сауна, баня, тренажерный зал, спортивный зал, бильярд, теннисный стол и пункт проката спортивного инвентаря. Столовая санатория Чебарок расположена в отдельном здании, состоит из двух обеденных залов. Питание строится на основании рационального пятиразового меню. Семидневное меню составляется с учетом натуральных норм питания, современных требований физиологии и диетотерапии. В питании используются радиопротекторы, продукты, содержащие пектины, морепродукты, морская капуста. В меню включаются свежие овощи, фрукты и соки. Готовятся блюда национальной кухни и фирменные блюда. В санатории имеется бар, в котором можно приятно провести время.